В Павлодарской области сменился региональный уполномоченный по правам ребенка в связи с завершением действия меморандума. Своими планами на дальнейшую работу с нашим корреспондентом поделилась вновь назначенная на эту должность Сауле Шакенева. Распоряжением акима Павлодарской области Асаина Байханова региональным уполномоченным по правам ребенка в Павлодарской области назначена Сауле Шакенева. Личность, достаточно известная в регионе своей общественной работой в объединении «Семья и дети». По словам Сауле Шакеневой, назначение для нее в первую очередь большая ответственность. Для меня это возможность помогать детям, используя свой опыт, используя свои знания и используя еще и общественный опыт, который был у меня до этого. Я понимаю, что это огромный кредит доверия. И, безусловно, я буду стараться его оправдать. По словам Сауле Шакеневой, один в поле не воин. И для того, чтобы систематизировать работу, оперативнее реагировать на различные вызовы, выявлять больные точки и проводить профилактическую работу, необходимо объединиться всему обществу. Хоть будь я семи пядей во лбу, будь я многорукой шивой, я не смогу, как региональный уполномоченный по правам ребенка, сделать одна столько, сколько мы можем сделать вместе. Поэтому призываю всех сотрудничать. В социальной сети Instagram вновь назначенная уполномоченная по правам ребенка создала рабочую страницу, указав личный номер, по которому граждане могут обращаться в случае возникновения проблемных вопросов, связанных с детьми. Валентина Леонова, Адильхан Муталяпов, ИРТС Акпарат.